погоне за брендами бобруйчанка купила телефон через интернет и попалась на уловку мошенников. Степень снижения качества мобильного телефона и аккумуляторной батареи составляет 100%. Сколько потеряла женщина? Пламя до небес. В Бобруйске произошло 2 пожара. В первой квартире повреждено имущество, повреждена кровля, перекрытие, закопчены стены. В чем причина возгораний? Ловили рыбу, а попались сами. Бобруйска межрайинспекция задержала 2 браконьеров. Было обнаружено 7 мешков запрещенных орудий добычи рыбы. Что еще нашли у нарушителей? Это «Сирена». Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Покупай, но проверяй. Бобруйчанка приобрела телефон через интернет и попалась на уловку мошенников. Женщина откликнулась на объявление о продаже iPhone 8 Plus. Товар отправили по почте. За него местная жительница отдала 318 рублей. Однако после вскрытия оказалось, модель не та и дисплей отходит от корпуса. Судебная экспертиза показала, техника оригинальная. Продукт 6 серии. На экране царапины, сколы и трещины, отсутствуют фрагменты поверхности. В телефоне отсутствует основная камера, лоток для сим-карт, физическая кнопка «Домой» и шлейф от аккумуляторной батареи. В ходе проведения товароведческой экспертизы судебный эксперт пришел к выводу, что степень снижения качества мобильного телефона и аккумуляторной батареи составляет 100%. Установленный телефон находится в неисправном состоянии. Ремонту или восстановлению он не подлежит и не имеет остаточной стоимости. Нерыбный день. Бобруйская межрайинспекция задержала 2 браконьеров. Ими оказались жители Кличева, отец и сын. Изъяты сети и 4 электроудочки. В домах нарушителей обнаружены 7 мешков запрещенных орудий. Пауки, краны, бредни и многое другое. Согласно статье 16.26 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. Также по одному из адресов инспектора обнаружили 3 незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья. Они изъяты и переданы в хранение в Кличевский РОВД. Проводится проверка. Не бывает дыма без огня. В Бобруйске горел частный дом. ЧП произошло в воскресенье около 9 вечера. Вчера полыхало двухквартирное здание по улице Розы Люксембург. Окрестности заволокло плотными клубами дыма. Спасатели оперативно справились с огнем, никто не пострадал. Усилиями спасателей была спасена квартира номер 2 данного домовладения. В первой квартире повреждено имущество, повреждена кровля, перекрытие, закопчены стены. Специалисты утверждают, что причиной пожара могла стать неосторожность при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов. Еще один пожар случился около 8 утра в пятницу. Полыхал дом по улице Рабочей. Пламя уничтожило холодильник, также обуглены стены и потолок. Всему виной неисправный удлинитель. Огонь ошибок не прощает. В деревне Каменка горел дом. Звонок на номер 112 поступил около 9 утра. Расчеты незамедлительно отправились на вызов. По прибытии спасатели констатировали, пламя окутало кровлю дома. Плотное задымление осложняло работу. Хозяева находились на улице. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Причина пожара выясняется. Специалисты рассматривают версию нарушения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. В результате повреждена крыша, уничтожено некоторое имущество в комнате и закопчены стены. МЧС напоминает, в отопительный период необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Это поможет сберечь не только здоровье, но и жизнь. В Кировском районе такси вылетело на обочину. 19 декабря на 76-м километре дороги Могилев-Бобруйска 22-летний житель Осиповичей за рулем Рено при ослеплении солнцем не снизил скорости, врезался в стоящий на обочине ВАЗ, после чего съехал в кювет. В результате 20-летний пассажир «Лады» получил травмы и был госпитализирован. Внимание и осторожность. В Могилевской области проходит неделя детской безопасности. Лейтмотив – профилактика травматизма. В 2022-м на дорогах региона с участием несовершеннолетних произошло 37 ДТП, в которых пострадали 45 человек. В
преддверии зимних каникул ГАИ напоминает, переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но прежде чем начать движение, необходимо убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают вас. Сотрудники ГАИ Бобруйска будут следить за тем, чтобы несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобилях в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Водители должны быть предельно внимательными и до минимума снижать скорость, проезжая дворовые территории. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю.